The wall itself has a very history. It's a церковь впервые. Continue with the outlines. Вот, это ты, ну, себя, а защищать правду Божию. Это классическая история. А люди время стал Антиох Эпифан. Итак, мы, как вы помните, наша задача, она помочь Марии, да, одев библейские очки, разобраться во всем ее бардаке и хаосе, да, и понять, что же происходит, да, и мы хотим, прежде всего, помочь ей поставить диагноз, разобраться, и тогда помочь, естественно, процессу лечения. И вот инструмент, который я вам показал, это действительно просто практичный инструмент, который можно использовать. Я часто использую всегда в начале для того, чтобы взять, скажем так, тяжелые теологические истины и объяснить их человеку на таком практичном, простом уровне, да, то есть что происходит с твоей жизнью, что Бог хочет от тебя, да, то есть с одной стороны ясно и четко человека вернуть, скажем так, некоторые люди с самого начала веры не были утверждены в этом, да, некоторые, именно сатана атакует их в этом основании, да, это самое главное железобетонное основание нашего усыновления и оправдания. Потому что если мы начнем человеку говорить об изменениях без того, что он понял, что он усыновлен и оправдан Богом, безусловно, то у нас будет проблема, что человек, опять же, будет думать, что Бог либо наказывает его просто так, либо гневается, либо будет пытаться добиться одобрения Бога, поэтому мы начинаем с основания, что Иешуа входит в жизнь нашу, и мы являемся разрушенным домом. Здесь есть две новости. Самая главная, она хорошая новость, да, что Он вошел в наш дом, купил его и вошел, когда мы вообще были грешниками, когда мы были никем. Это Его дар безусловной любви. Но теперь Он вошел не просто для того, чтобы, ну, спаслись и попали на небо. Но оказывается, что Господь желает изменить нашу жизнь. И вот теперь мы сидим с этим человеком, с Марией, и мы пытаемся вместе с ней понять, как же Господь хочет чинить этот дом. И следующая иллюстрация тоже очень, опять же, мы берем библейские места Писания, да, и это есть наши очки, да, мировоззрение библейское. И следующая иллюстрация, она, у вас есть страница, следующая страница 7, вот это, да, вы можете тоже вот так ее лучше всего вот так ее повернуть таким образом. Не дописали, да? Хорошо. Понял. Допишем, давайте. Ага, мы не дописали. Сейчас. Не дописали. Так. Не дописали. Ага. Душепопечитель является свидетелем работы, которую производит Бог, представляя и отражая. Представляя и отражая. Presenting and reflecting для англоговорящих. Божью благодать. То есть мы отражаем Божью благодать. Мы говорим, если Мессия, святой и безгрешный, пролил свою драгоценную кровь на кресте, чтобы я, и в пропуске, совершенно незаслуженно, приобрел полное право на близкие сыновние отношения с самим Богом, то смелюсь ли я предложить человеку, который пришел ко мне за помощью, что-либо другое, кроме этого? Something else than this. Что-либо другое, кроме этого. Это всегда частое искушение. Мы видим людей, которые в своей жизни, мы видим людей, которые, казалось бы, ужасно грешат, ужасно поступают,
но все-таки и хочется их уже сказать, все, благодать закончилась, но у Господа благодать не заканчивается, и Он принимает этого человека, но Он хочет помочь ему измениться. Хорошо, следующий отрывок, иллюстрация двух домов, номер 5, 7 страница. Давайте откроем, у кого есть Библия? Есть Библия у кого-то? Спасибо. Моя глава с 24 по 27 стих. Известная всем, всем известное место. Да, конец Нагорной проповедь. Матфея 7, 24, 27. Читаем. Итак, всякого, кто слушает слова мои, сии и исполняет их, уподоблю ту благоразумному, который построил дом свой на камне. Да. Итак, и пошел дождь. Рисуем дом на камне. И разлили. Да, можешь секунду. Рисуйте. Вот сейчас, сестра. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и не упал. Дом на камне. Потому что основан был на камне. И на него обрушились, и мы нарисуем красным, да, то есть разные всякие природные явления. Природные явления, да, дождь, реки. Назовем это все одним словом шторм, okay? Штормы, то есть разные штормы. Хорошо. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Да. Теперь рисуем рядом второй домик. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. Еще справа для кое-чего, да, то есть не полностью. И было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Итак, рисуем второй домик на песочке. То есть, видите, тут очень, вот, Люда правильно нарисовала, тут есть камешки, не везде песок, да? Есть камешек, но есть песочек, да? Вот. И то же самое произошло с этим домиком, на него обрушились штормы. Хорошо, вы теперь будете, я буду вам задавать вопрос, а вы как собирательный образ Марии. Если бы я сидел с Марией, представьте себе, я сижу с Марией и задаю Марии вопрос. Мария, скажи мне, пожалуйста, что схожего есть на двух картинках? Что похожего? Два дома похожих, совершенно верно. Два дома похожих. Если бы это был просто хороший одесский солнечный день, то два прекрасных домика, они абсолютно ничем не отличаются, стоят себе и стоят. Да? Но тут обрушивается на обоих шторм. То есть шторм одинаковый, согласны, да? Шторм одинаковый на два эти дома. Хорошо. И я спрашиваю Марию. Мария, скажи, пожалуйста, что в твоей жизни сегодня, последние полгода, да, является вот этими штормами, которые бьют на твой дом? Что является для тебя штормом? Шторм – это какие-то сильные переживания внешние, которые бьют в дом Марии, бьют на нее, атакуют ее, да, приносят боль, страдания. Какие штормы есть в жизни у Марии? И вы можете, давайте, ну, опять же, можем пофантазировать немножко, но на основании истории, да, опишите ситуации, которые могли быть штормом для нее. Вот ситуации, момент, например. Проблема с мужем. Что может быть? Например, шторм. Там, узнает от подруги, что муж изменил. Okay? Измена мужа. Да? Шторм. Представляете?
Она узнает, что муж изменил, да? Ужасно сильный шторм, да? Что еще является штормом, как вы думаете? Какие еще? Болезнь, совершенно верно. То есть сильная боль, например, да, в спине. Ну, сильная, то есть боль. Это вообще это боль в спине, да, то есть все, боль, это шторм, это что-то страшное, больное. Что еще? Боль в спине. Вспоминайте, что для нее раздражало, что для нее злило. Помните, она, например, приходит в церковь и... музыка, ну, христианская, хорошо, да. То есть включают тут христианскую музыку, да? Ну, это скорее для нее не шторм был, а это как последствие того, что она... Это недоверие к людям. Нет, смотрите, мы сейчас говорим... Что такое шторм? Шторм – это внешние события, смотрите, река разлилась, которые причиняют боль человеку, да? Внешние, то есть нечто, что можно зафиксировать на камере, да? И что является болью для нее? То есть музыка... Это как что-то вызывает, да? Мы сейчас не знаем, что происходит, но это шторм, это как триггер, это как что-то, что приходит как удар для нее. Да? Например, когда в церкви, помните, она говорила, что люди подходят к ней и что? Да, что, они что ей говорят? Там было? Говорит, все нормально будет, все пройдет, все хорошо, а ее это... Да, то есть... Люди подходят и говорят, можно сказать, все наладится, да, типа, люди, да, то есть это шторм. Хорошо. Воспоминания. Или, например, помните ситуацию, отец-алкоголик, например. Да, но это общее, нам нужна ситуация, шторм. Шторм – это что-то конкретное, да. Например, отец-алкоголик пришел в дом, да, помните, она говорит, что ее отношение с Тумяки, он алкоголик, и... Где-то была написана ситуация, что это написано или это уже потом. Ну, предположим, отец алкоголик, и он приходит к ней, да? Хорошо. То есть это штормы, которые бьют по ее дому. Окей. Когда шторм, когда и последствия, что значит, что ее дом падает? То есть эти штормы бьют по ее дому, и что ее дом? Рушится, да? А как ее дом рушится? Например, совершенно верно. То есть то, что дом разрушается, это то, что мы с вами записали как видимые проблемы, да? То есть она не может идет, принимает антидепрессанты, да? Наедается мороженого, убегает от мужа, злится на детей, да? То есть это все ненормальные, неправильные реакции, да? И есть падение ее дома. Дом ее падает, все. Антидепрессанты, крики, ей плохо. То есть шторм очень сильно бьет по ее дому, ее дом разрушается. Теперь, когда шторм бьет по дому, где обычно люди видят причину? Да? Люди видят в фундаменте. Когда... Когда, в чем люди видят проблему? Когда мой дом падает, когда мне больно, когда у нас война, безработица и так далее, кто виноват? Виноваты штормы, да, виноват Путин, виноват этот, виновата экономика мировая, виноваты люди, виноваты, то есть евреи, конечно же, евреи, понятно, это стандартно, да. Это понятно, это самая главная причина всех причин. Это да, это самое главное. Да, то есть мы видим причину, люди видят причину в штормах, да, то есть человек говорит, у меня, говорит, почему, говорит, я алкоголиком стал? Да потому что все достали, да потому что никто меня не любил, да потому что жена оставила, да потому что государство обо мне не заботится, да. Прийти к бомжам, что ты стал бомжом? Есть миллионы причин, да, только не он, да, то есть все. Государство, правительство, родители плохие, это плохое, да? То есть мы видим причину всегда во внешних штормах. Внешние факторы всегда выглядят как нам причину. Но! О чем говорит Иешуа? Иешуа говорит, где находится причина твоей проблемы? Он указывает совершенно верно, да? То есть его палец указывает, что есть основание,
Правильно сказали, по-библейски вот это, то, что вот эта часть, она, вот это все видимое, да? Это мы видим глазами нашими, да? Вот это внутренняя жизнь человека невидимая, да? Основание, которое действительно правильно Библия называет сердцем, да? Сердце человека. Можно написать, да, или нарисовать здесь, может быть, сердце, да, и здесь, да. То есть это сердце. Сердце, по-простому говоря, это невидимая внутренняя часть человека. Иешуа говорит, проблема находится там. Хорошо. Как обычно люди пытаются, скажите, он говорит, проблема здесь. Но мы сказали, что люди обычно видят проблему в штормах. И как обычно люди, скажите, пожалуйста, пытаются решить вот эту проблему в их жизни? Когда на дом наваливаются штормы, когда текут реки, когда бьет все, что можно, скажите, какие обычно решения люди принимают в таких ситуациях, когда все рушится на их дом? Просто давайте начнем просто просто по-человечески. Что делать, когда... Ну да, пьют упреднобровочки, да? Да, и... Да, то есть совершенно верно. Вот то, все, что вы говорите, чем оно является? Убрать, совершенно защититься от внешних признаков. То есть, видите, что я могу сделать? Я могу поставить огромный зонт, да, ну, представим, да, например, идет дождь, шторм, да, я понимаю, что дом падает, проблема внешняя, поэтому я поставлю шторм, я поставлю зонт огромный, и я защищусь от этого дождя, от этой бури, да. То есть я чем-то себя защищу от этого внешнего шторма, да. Я построю сильную армию, я... Да, то есть, что еще можно сделать? Можно еще, когда реки разливаются, что можно еще сделать? Еще можно спокойно, спасибо, подставить, да, вот нарисуем здесь мешки разные, с... подкрепить стены, да, стены рушатся, я подкреплю, да, я буду стоять, человек говорит, я буду стоять твердо в вере, буду подкреплять все мешками. И, то есть, и люди говорят, молитесь за меня, пожалуйста, молитесь, это нормально, я нуждаюсь в молитве. То есть, и иногда людям кажется, что, то есть, молитва – это единственное, что нужно делать, потому что это как зонт, она как бы защитит меня. Есть еще что-то, что люди делают. Когда уже совсем дом разрушен, то человек может просто из него убегать, да? И помните синдром Ионы? Что такое синдром или принцип Ионы? Что Ион делает? То есть на него огромный шторм падает. Это шторм. От Бога задание идти к язычникам проповедовать. Что он делает? Он просто убегает, да? Он убегает из этого дома. Или как другие примеры, совершенно верно. Что такое алкоголь? Алкоголь – это попытка убежать, скрыться. То есть шторм. Все меня достали, я уйду из реальности. Совершенно хороший пример. Да? Алкоголь, у кого деньги, у кого секс, алкоголь. То есть убежать от реальности. Да? Все. Я не могу с этим справиться. Шторм слишком сильный, и мне нужно убежать. Люди иногда приходят, например, и говорят, мы 15 лет благополучно жили в браке, и потом вдруг что-то произошло, и мы разводимся. Как вы думаете, что такое слово «вдруг»? Как бы вы описали это слово «вдруг»? Как понять слово «вдруг»? Спасибо, совершенно верно. Вдруг ничего не происходит. Вдруг это значит, что до этого капали, как сказать, роса капала. Все было нормально. Но тут обрушился более сильный шторм. Окей? Которого не было до этого. И люди говорят, да все было классно, но вдруг, ну, вот такой шторм обрушился, да? И им кажется, что проблема в этом шторме. Но до этого такого не было, все было классно, и вдруг был шторм. Но мы понимаем, что пока светило солнце, и все было хорошо,
никто не видел, что находится в основании. Этого не было видно и не было заметно. И люди думали, ну, все классно, все хорошо. Но шторм, скажите, что он сделал? Спасибо. Он проверил, вскрыл, он показал человеку, что что-то было проблемно, да? Когда приходит шторм, он указывает всего лишь на то, что всегда там и было. Ничего нового не произошло, потому что в фундаменте всегда здесь был песок. Но когда шторма не было, его не видно. Знаете, настройки, то есть наступили пастору на ногу, и он как обматерил другого. А потом говорит, ну, простите, у меня просто вырвалось. Что бы вы на это ответили? Спасибо. То есть, когда люди говорят, ой, знаете, люди говорят, извините, у меня, ну, просто вырвалось, простите. Нечаянно, ну, просто, ну, у каждого может вырваться. Нет. Вырваться то, что там было в сердце, то оно и вышло наружу. Просто до этого не было сильного шторма. Когда все дружили, все было хорошо, все классно. Но когда тебе наступили на ногу, это был достаточно большой шторм, чтобы вскрыть то, что там было. И теперь вопрос на миллион долларов. В принципе, мы его и частично ответили, да, на миллион долларов. В принципе, да. То есть вопрос звучит так. Мы спрашиваем Марию. Мария, а какая благая цель Бога, когда Он посылает эти штормы в твою жизнь? Какая добрая, благая цель? И здесь очень важно, что это бывает очень сложно для людей понять, потому что очень многие люди говорят, а при чем тут Бог? Разве Бог может послать любовницу к мужу или допустить, чтобы муж изменил? А как же может быть Бог допустить ситуацию, что кто-то погибает или умирает, или какие-то страшные вещи происходят? То есть наводнения и штормы – это в действительности могут быть страшные вещи. Это может быть смерть родственников, это может быть измена, уход мужа или жены. Да? И я часто встречаюсь с людьми, они не хотят… Говорят, это сатана, это не Бог, а при чем тут? Мне нужно просто воевать против сатаны. И это частично правда. Конечно же, мы знаем, что за злом стоит сатана. Но мы понимаем из книги Иова, что никакое событие не может происходить без ведома Творца неба и земли. И сатана всего лишь собачка на привязи, его слуга. Его слуга, который он говорит и разрешает, что можно делать, а что нельзя. Да? Это очень важно понять, что Бог стоит за всем. Да? И мы знаем, что Бог разрешил братьям побить Иосифа и продать его в рабство. Это был Бог, который допустил этот грех для того, чтобы его потом спасти. То есть Бог по своему великому-великому божественному плану может использовать даже грех другого человека для блага его. То есть он может излечить всего блага. Поэтому, когда мы говорим с Марией, Марии может быть очень сложно это слушать. У нее может быть обида на Бога. И он скажет, неужели любящий Бог мог сделать так, что отец мой был алкоголик и меня выгнал из дома, чтобы я стал отвержен. Неужели Бог, почему Бог допустил, что мой муж такой был любящим, и все было хорошо, и тут он изменил? Это очень часто этот вопрос встречается у людей, да, сколько я встречал, да. Но почему, да, вроде было все хорошо, и мы не можем, и нет сейчас ответа на все вопросы почему, да, но мы понимаем, что вопрос сейчас это моей реакции, моей ответственности на то, что происходит. Да? То есть вопрос, как я реагирую. Дом падает, я гневаюсь не потому, что меня разгневали, а потому, что что-то есть в моем сердце. Да? Я злюсь и обижаюсь не потому, что меня это плохие люди, а что-то в моем сердце есть. Да? Потому что есть дом, который не упал. И этот дом – это Мессия, это Господь, который висел на кресте, которого все предали, все оскорбили, все оставили, который пошел через ужасные испытания, и на него обрушился этот шторм, но его дом не упал. Да?
его дом не упал, потому что было другое основание. Да? Поэтому вопрос в действительности не в шторме, но шторм и благая цель Бога – это то, чтобы показать нам, что находится на глубине нашего сердца. И это очень важная иллюстрация, потому что часто очень используют вот эти два дома как, знаете, чисто динамичные. Вот типа те, кто уверовали, там идут в рай, а те, кто нет, идут в ад, типа дом разрушился. Но в действительности это не статично, это динамическое, да, то есть это нечто, что происходит все время в нашей жизни, да. То есть он просто показывает, как действуют Божьи принципы, да. То есть если в сердце человека есть нечто, что не угодно Богу, мы сейчас поговорим об этом, да. И очень важно, что как верующие, чем отличается верующий от неверующего? У верующих всегда есть частично камень, окей? У нас есть камень, да? И у Марии есть камень. Если она верит в Господа, у нее есть камень, но есть много песка, окей? Там есть много песка, но есть камень, да? Какие-то маленькие вещи, уже в тот факт, что она взывает к Богу, ищет его, да? Это угодно Богу, он смотрит на нее с любовью. Она все-таки его дочь, она верит в него, и тяжело, она обижается, она гневается, но ему приятно, что, по крайней мере, как Иов, он... Где же ты, Бог, что же? Но Богу было приятно, что он обращался к Богу, да? Что он не проклял его, да? Там был камень, очень твердый камень, он не похулил Бога, да? Но есть песок у нас, у каждого, да? У неверующих нету камня. Без веры, без Мессии – это песок, да? Но у нас у всех есть немножко камня, немножко песка, да? Это не, что только песок или камень. У нас, как у верующих, есть камень, есть Машиах, есть вера, да? Но Господь хочет нам помочь. Он хочет помочь нам показать, где есть песок. Да? Он хочет помочь нам измениться. Теперь давайте параллельно откроем местописание Луки 6:43, чтобы добавить еще к этой иллюстрации в конце. Лука 6:43. Читайте, кто быстро откроет. Лука 6:43-45. Меня там спрашивали, я поставлю сейчас ответить, 5 минут оставить для вопросов. Да, кто читает? Лука. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смоков с терновника и не снимает винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Да, совершенно верно. Смотрите, как здесь можно интересно добавить два дерева параллельно двум домам. Да, смотрите. У нас есть плоды. Плоды – это видимое или невидимое? Видимое. Поэтому мы рисуем ее на уровне двух домов. Да? Это видимо. То есть плохие плоды и есть разрушенный дом, упавший. Да? То есть мы видим у человека плохие плоды. Он ругается, он гневается, антидепрессанты и так далее. Да? Обижается. Плохие плоды, мы видим, да, их. Но, как мы сказали, что у человека есть всегда стремление, и часто мы, как душепопечители, можем помочь человеку сделать медвежью услугу, и вместо того, чтобы опуститься в сердце, потому что плохие плоды откуда написано идут? Из корня, вот где корень. Корень невидимый, это сердце, да, вот основание, да. То есть... Мы можем сказать так, о, у дерева плохие плоды. Что мы часто делаем? Мы же хотим выглядеть красиво, мы же хотим выглядеть приятно, мы же хотим понравиться всем. Мы говорим, слушай, короче, какие-то... Человек приходит недавно, приходит в общину, и он понимает, что, слушай, верующие так себя не ведут. Надо вести себя прилично, одеваться красиво, слова хорошие говорить,
как-то аллилуйя кричать, ну и еще разный набор христианской такой культуры, да. И вот он плохие плоды быстренько меняет на, он привешивает, он отрезывает плохие и приклеивает хорошие плоды, да. И он со всеми аллилуйя, со всеми обнимается, что еще там, понятно, да. Все красиво, все классно, братья и так далее. То есть вроде бы внешне старается как бы плоть свою христианизировать, я скажу так, да? Макияж, да? То есть христианская культура. Ну, нужно вежливо, нужно красиво, все так себя ведут, да? Один раз брат у нас тоже, да, упал, там год был в запое, возвращается, я говорю, я хочу покаяться. Ну, хорошо, в чем покаяться? Ты понимаешь, что ты осознал? Ну, я плохо поступил. А против кого ты плохо поступил? И, ну, я ему начал задавать такие вопросы. Он говорит, а что ты мне задаешь такой вопрос? Ну, как? Ну плохо поступил, ну так не поступает. Я говорю, а кому? А в чем проблема? Я говорю, ну, как в чем проблема? Ну, я пил, вот, запой был. Ну, и что? Я говорю, не, ну, как? Что ты мне, пастор, говоришь, как и что говорит? Я говорю, ну почему ты считаешь, что ты неправильно поступил? Ну, как? Ну, у нас есть принципы. В общине есть как бы, ну, есть какие-то законы правильные, не пить там это, но это как-то не соответствует, говорит, как-то обычаю наши, вот как-то у нас так не принято. Я говорю, да не, все нормально, что ты переживаешь? Как ты мне говоришь, все нормально? И я понял, что, то есть, он не понял, в чем ему каяться, то есть, он как-то перед людьми хотел извиниться, ну, ребят, простите, что я, то есть, человеческое, но не перед Богом, да, то есть, он не понял, что он грешит перед Богом, а просто извиниться, чтобы все было хорошо, чтобы его приняли, чтобы все было выглядело красиво. Поэтому мы часто хотим заклеить, мы часто то, что называется, приклеиваем плоды, да. Вы приходите к людям, говорят, у них проблема в браке, классно, они не умеют общаться, посылайте их на курс по правильному общению друг с другом, правильная коммуникация. Они просто должны научиться правильно говорить друг другу правильные слова, чтобы угождать друг другу, и все будет классно. То есть приклеить плоды для того, чтобы все выглядело красиво. Люди, некоторое время эти плоды будут держаться, да. Но потом придут что? Шторма, которые все это вскроют, да. Которые покажут, что является на основании. Поэтому настоящие изменения происходят из корней к плодам. Да? Из корней к плодам. Из сердца исходит все злое, поэтому, чтобы человек изменился, нужно копнуть глубоко в сердце. Поэтому, сидя с Марией, вот, показывая эту ситуацию, говорю, Мария, готова ли ты действительно к изменениям? Понимаешь ли ты, что то, что на тебя наваливается, это штормы разные, которые приходят в твою жизнь, и Господь будет посылать еще более сильные штормы, часто, может тебе послать, пока ты действительно не осознаешь и не поймешь, и не начнешь что-то делать. Что нужно делать? Нужно, ну, покаяться – это хорошее слово общее. Что это? Покаяться. Покаяться – это такое, в действительности нужно, можно назвать лопату как-то, да? То есть, в действительности мы можем сказать, Мария, Господь хочет, чтобы ты заменила основание песка на камень. Но для того, чтобы разобраться в этом, нам нужна лопата. И нам нужно взять и копнуть куда? Глубже, в твое сердце. Нам нужно копнуть. Мы не хотим, Мария, тебе просто давать советы внешним, не хотим тебя просто поменять тебе плоды, поставить тебе зонтик, вот это, да, сказать, что муж виноват, и что все будет нормально, все будет хорошо, это христианские приклеивания плодов. Молись, читай Библию, это правильно, но это немножко приклеивание плодов, потому что что-то глубже есть неправильное, да. Я уже перестал людям спрашивать, люди, которые не приходят в общину, я уже перестал спрашивать вопрос, а почему вы не приходите? Я понимаю, что если люди не ходят в общину, то есть какие-то более глубокие проблемы в сердце. Нужно сидеть и разбираться. То есть просто сказать, ну, приходите, чего вы не приходите? Это как бы, оно не помогает. Значит, приходите. Просто приклеить, если люди не приходят, значит, есть причины духовные разные, почему люди не приходят. Просто сказать, что приходите, не поможет им. Поэтому мы хотим взять лопату. Поэтому то, чем мы будем с вами
заниматься завтра и послезавтра, это мы возьмем лопату. Лопату – это вопросы сердца. Мы сказали, что, или мы не сказали, но притча 5.20, можно написать, да? Притча 5.20 говорит о следующем, что помыслы в сердце человека, совершенно верно, но мудрый что делает? Молодцы, так вы уже все знаете, зачем вам... Это ключевой стих для душепопечения, что помыслы в сердце человека глубокие воды, но мудрый вычерпывает их. Иными словами, нам нужно время. Помните, мы с вами говорили о четырех овалах, да? То есть первый овал мы дружим с Марией, мы любим ее, мы пьем чай с ней, мы не сразу на нее наваливаемся, да? То есть если Мария пришла, мы попили чай. Конечно же, я не сразу бы стал два дома, да? Попили чай. Утешили бы ее в смысле том, что Бог тебя любит, мы будем вместе, мы будем размышлять и так далее. То есть Господь должен дать нам мудрости, да? Но затем, чтобы сильно помочь, нам нужно узнать ее, да? Мы не знаем, почему Мария поступает, как она поступает, да? Мы видим проявления греховные, но мы хотим задать ей вопросы, которые помогут нам понять, что лежит на глубине у ее сердца, да? Что там находится? Секундочку, я уже почти заканчиваю. И для этого нам нужна лопата. Поэтому наша следующая задача будет это взять вопросы сердца, то есть подумать, как мы можем задавать умные вопросы, чтобы увидеть, что находится на сердце у человека. Вопросы. Это моя ошибка, да. Вопросы. Мысли. Хороший вопрос. Смотрите, у нас, например, вот то, что я учился всегда в практическом общении, я не стараюсь не общаться, не встречаться, конечно же, с сестрой один на один, но еще с одной. Можно ли женщине выносить свои проблемы мужчине-пастырю, или для этого нужен служитель-женщина, помощник? Я скажу так, это всегда сложный вопрос. Я, Бог так дал, с одной сестрой, я работал, то есть на расстоянии можно, я, например, работал с сестрой, она в другой стране вообще жила, да, то есть я ей преподавал, и потом я чисто по скайпу с ней общался, я понимал, что если бы была личная встреча, оно бы не пошло, то есть это слишком, она мне говорила интимные вещи, даже не по скайпу, она мне просто на телефон звонила даже, то есть мы с ней разговаривали четко раз в неделю, по часу, я ей давал домашнее задание, то есть, например, я понимал, я с большой опаской это брал, но просто никого там не было. Я понимаю, что так как это на расстоянии, то это нормально. Но, конечно же, в идеале всегда, вообще два человека лучше опекать. И если есть сестра, то, конечно же, лучше, чтобы была рядом сестра, даже просто для поддержки. Конечно, в идеале всегда два человека намного-намного лучше. Но не всегда получается, но вообще душепопечение двух людей, оно лучше. И друг друга они подстраховывают и могут молиться. Скажите, а с тех, кто к вам обращался, нету среди них такого, что... Да, он там домики рисует, одно и то же самое каждый раз. Что значит, что домики рисует? Допустим, конкретный пример. Я хочу обратиться к вам за помощью, да? А человек, который у вас уже был, говорит, да что ты там, мне не помогло, он там домики какие-то рисует, там еще что-то. Или есть много инструментов, или примерно схема одинаковая постоянно? Окей, я, может быть, этот вопрос расширю, когда я
Это хороший вопрос, в принципе. Я его расширю к тому, что я не договорил одну мысль, и она даже у нас записана, когда я ее, кстати, быстро пропустил, на страничке четвертой, когда мы разговаривали о Марии, я вас попросил, я задал вопрос вам, почему Мария делает то, что она делает, да? А потом второй был вопрос, к чему вы стремитесь, помогая Марии, что должно произойти с Марией? А третий вопрос, как вы думаете, с какой целью Мария обратилась к вам за помощью? Да? Видите, четвертая страница. Как вы думаете, почему Мария обратилась к вам за помощью? Из практики моей, ну и других бывших попечителей, опять же, я представляю целую, ну, как бы, программу и целую, ну, то есть, кто занимается душепопечением. Проблема, что люди всегда приходят со своими собственными целями. Они всегда хотят просто, чтобы вы помогли им избавиться, ну, обычно, часто, от шторма. То есть, когда мы, очень мало людей приходят и говорят, там, душепопечитель или пастор, я хочу поменяться, помогите мне, пожалуйста, измениться. Я понимаю, что я нуждаюсь в процессе освящения, я хотел бы правильно понять, как мне крест свой взять и нести. Люди не приходят с этим, да? Люди приходят, потому что им плохо, им больно, да. Мария приходит, и это понятно, она говорит, мне плохо. Снять, спасибо, классно, да, спасибо, совершенно верно. Снять симптомы, да, точно, да, спасибо, да, точно, хороший очень образ, да. То есть, кто хочет проходить, когда тебе говорят, друг, в принципе, у тебя серьезное заболевание, придется лечь в больницу и пройти серьезно... Какая больница? Так, короче, все с тобой ясно, иду к другому душепопечителю, понимаете? То есть, достаточно людей, я сижу с людьми и говорю туда-сюда, Я понимаю, что очень тяжело у нее сердце, я понимаю там обиды, непрощения, и он мне говорит, ну, не хочу глубокую тему ходить, потому что, но все-таки он говорит, ну, слушай, я вот там слышал на Украине, есть там ребята занимаются изгнанием бесов, говорит, там такое, туда-сюда, может, во мне просто бес сидит, говорит. Это там после 6-го или 7-го встречи, я говорю, брат, ну, ты можешь, конечно, хочешь, как бы, но ты знаешь... Не бес тебе сидит, понимаешь? Это было бы очень просто, да? То есть, знаете, я вам скажу, не осуждая никого, но просто, ну, опять же, можете не согласиться, но я верю, что есть бесы, Господь повелел их изгонять, это ясно и понятно. Но очень часто людей притягивают разные, скажем так, люди, которые говорят, что их проблема просто в бесах, в сатане, в изгнании, потому что это легкая пилюля. У меня проблема, я одержимый, у меня проблема такая-то, да, то есть освободите меня от родового проклятия, освободите меня от бесов. Конечно, помолите за меня, и все уйдет, дайте мне пилюлю, и все пройдет. Но Бог говорит, извини, но я призвал тебя работать над тобою, да. И конечно же, такие душепопечители, такие учителя притягивают людей, и они ходят толпами, ну, да, потому что это классно. Это быстро, а работать над собой – это неинтересно. Поэтому, конечно же, этот парень, брат, типа, пару раз, другая сестра тоже, как это, типа, когда я показал два дома, такой, мой дом не падает, она мне говорит. Я, что ты даже победитель, она мне говорит. Я надеялась, что ты встанешь вместе со мной, и мы будем противостоять сатане и молиться вместе. Вот это я понимаю душепопечение, что ты занимаешь позицию, вместе духовная война, стоим против сатаны. Я говорю, ну, я... Мы общались, я готов, мы будем молиться вместе. Действительно, есть сатана, есть бесы, это все реальность, понятно. Но я говорю, ну давай посмотрим, что Бог тебе говорит в свое сердце, где тебе нужно меняться, да? То есть нам нужно изгонять сатану, но распинать плоть – это наша ответственность. Люди путают между знанием, они хотят и знать плоть, да, и распять сатану. Понимаете, ну то есть это не работает. То есть, конечно же, я часто понимаю... Я молюсь, есть искушение, молюсь против сатаны, это понятно, противостою, но я понимаю, что это не отменяет то, что Бог призывает, что те, кто Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Да.
И короткий вопрос еще раз. Скажите, пожалуйста, а эффективно ли, потому что часто сестры там обращаются, поговори с моим сыном, поговори с моим мужем, там, что-то ты ему там скажи, какое-то там чудо. А как правило, обратная сторона говорит, да что он мне нового может сказать? Ну, он сейчас начнет говорить, что читай Библию, там, вот там, вот, зачитает мне место с Библии. Конкретный пример, мальчик вырос в церкви, ушел учиться в другой город и начал употреблять наркотики. Он был хорошим мальчиком. Мама говорит, тебе надо с пастором поговорить. Ну, пастор хороший. Он говорит, ну, что он мне нового скажет? Ну, скажет, ну, зачитает пару мест Библии. Он мне ничего нового не скажет. То есть, все-таки нужно сотрудничество? Или, ну, можно пытаться, если человек, ну, не идет на контакт? Ну, пытаться-то всегда можно. Но, если человек так думает, ну, конечно, сложно помочь, понятно. Что, ну... Это сложный момент. То есть каждый конечно, же, весь вопрос стоит в мотивации. То есть, если человек не хочет меняться, вы не можете его поменять. Ну, то есть, поэтому, когда люди говорят, типа, я вот был у него, это не помогло, это ни о чем не говорит, то есть, скажем так. Потому что, если ты не хочешь меняться, то есть если нет мотивации, да, это всегда сложно. Это всегда, как я описал. Поэтому библейское душепопечение. Это часто процесс, да, то есть, и вот мы начали говорить, опять же, это может быть длинным процессом, медленно, но в любом случае оно приведет тебя столкновением со своей плотью, с нуждой распинать ее и искать, и размышлять над своим сердцем, да, то есть, даже оставьте пока там распинать, по крайней мере, начать. Много людей не хотят вообще, они говорят, да, что копаться в себе, некоторые говорят, что в себе копаться, конечно. Я говорю, ну, это не есть, как вы заметили, самокопание, это есть библейское понимание, то есть дать Богу возможность показать мне мое сердце. Ну, мы будем в следующий раз, завтра поговорим об как задавать правильные вопросы.